Так. Просто нужда пошла. Сейчас. Это все наше. Вот. Новое помещение. Мира Александровича Дуйнова. Да. Софалмаш. Привезли сюда. Вот такие половины у меня налить в сервисе. А может быть, нет, ну там... Да, вас ждем, вас, Дмитрий Александрович, решите познакомить. Шкундинков Владимир Николаевич из Дубны. Из самого ЦЕРНа практически. Заходим. А? Не, ну надо посмотреть. Сейчас здесь ведется монтаж оборудования, участок механический по изготовлению статоров, обработка электротехнической стали, резка, сборка в пакеты, все упаковка. Я не понимаю, куда меня привезли. А, так а, Ярослав расскажет. А я сказал, что вас увидим, и вы расскажете. А, ну хорошо. Дело в том, что мы занимаемся разработкой двигателя синхронный, с применением своей технологии, своих сил. А синхронный двигатель, они для всего. Вода, туалеты, холодильники, вентиляторы, все что угодно. Это основа. А? Для бытовой техники. Промышленный, в основном промышленный. Вот компрессоры, двигатель стоит, воздушные двигатели, холодильники, двигатели. Да, вот эти все двигатели мы перепроектировали. И причем мы разработали свои обмотки, которые повышают эффективность двигателя. Но вот, ну, сейчас создается опытный участок по производству этих двигателей именно в инженерной компании, как в советское время говорили, проектно-конструкторское технологическое бюро. Вот мы его создаем. Восстанавливаем то, что разрушено советское. В лучших традициях советских. Куда-нибудь где потише и сесть? Нет, сейчас мы зайдем. Можно будет? Да. Ну, давайте сюда пойдем посмотрим. Заходи. Так, а вы что представляете? Меди лицо. А? Меди лицо компании. Меди лицо компания? Ну не я, конечно. А кто? Я оператор. Само лицо отсутствует. Кто медиа лицо? Александр Судрюк. А, незнакомый. Здесь вот участок, это участок термической обработки. ТВЧ установлен. Это вакуумное литье под давлением. А это термошкаф для выплавления модели. Здесь в основном будут работать вместе с роторами. Ротор, белый чек, взрыватель. Ну, вот пример, видите, вот это все. Только у него класс энергоэффективности Е1. Если мы поменяем обмотки, это будет Е3. А если перепроектировать, то двигатель будет вот такой маленький, ну, будет Е4+. Он электрический? Электрический. Ну, здесь два двигателя таких стоят в этом станке. А то, чем мы занимаемся? Электрик, механик, другой, третий, четвертый. Ну, первый физик. Откуда? Московский институт электронной техники, физико-технический факультет. Второе, Коммунарский горно-металлургический институт, горно-инженер, энергетик, автоматчик. Работал с сторожем дворника, земляков. Да. Руководители предприятий, бизнеса и так далее. Я диплом не получал. Не, мой нужен был академик взять, отец у меня умер, потому что в армию вернулся, сидит на 120 рублей. Довольно было. Особенно зная, как относились к электронике, отечественной, что здесь творилось, так, в те годы. Да? Это же дурдом, когда запретили разрабатывать лучше, чем за рубежом. И когда чудили без бюджета, тогда я понял. Я пошел, он начал работать. Шахтостой, стоил, плотины, аэродромы, вот под систему ПРА, посадку запасного аэродрома строил. Я пришел за 1600 в месяц.
Плюс премии квартальные, если полгода, так говорили. Это потому что дочь, сестра, семья. Помогать надо было ученым, инженерам. Опять он создал. Горяйна Станислава Александровича, доктор технических наук, профессор. Второй дядька у меня был проректором Саратовского университета за факультетом политики с медицины. Все из науки, а я из практики. Гибридка Хагера из Ленинского станка? Ну, такого профессора не надо, но для всяких мелких работ. Потому что там надо в полочку подвинуть. Нет, я... Просто я еще такого исполнения, честно говоря, не видел. Ну, как бы, ну хорошее, это правда. По образованию, хотя технолог, клавиши, станки и инструменты, и вот такой штуки я вообще уже до сих пор не видел. Жесткая снимая сока. Да, понятно. Для полубытовой цели, да? Ну, вот здесь заведена система охлаждения полностью. Сейчас включено все это рабочее. Должно быть на приборе, видите, там и давление есть, и температура есть. Поэтому, ну, если сзади пистолетик нажмете, там воздух уже есть, азот есть, все разведено, если... Азот здесь? Здесь азот есть. Вот, заведено, видите? Угу. Вот, сжатый воздух и азот. Вот, для интереса вам могу показать. Видите, оп, давление, да, это азот, оп, воздух. Все работает. То есть народные средства освоены по назначению. Здесь очень много всего сделано, потому что много не видно. Да. Если заходите туда, зашли, оно не видно, не бросается. Но вот разводки все, тут куча энергохозяйства, разведено, все это не видно. Глаз не цепляется. А сними, пожалуйста, вот эту основу. Новое для меня формат. Обязательно видеокамеры смотрим. Видеонаблюдение сделано, да. Это заточные штампи, он стоит. Мы сейчас тоже у себя делаем техцентр. Площадку. Пошли, сядем, потому что... Ну, сейчас мы можем... Вот когда сюда выходишь, тут хорошо видно, что нет практически проводов, ничего нет. Угу. Смотри. Хотя там, если заглянуть, очень-очень много всего. Все это хозяйство запаковано. Перед этим здесь, если то, что было, посмотреть кадры, то, что сейчас. Небо и земля. Да, идемте. Только вспоминали Ярослава. Да? Да. Отлично. Пошли, как раз вы нужны. Пошли, проведем совещание. Пошли, так, конечно. Наверх поднимемся, или в лабораторию зайдем. Да куда скажете? Где ближе, чтобы... Нет, Ярослав, а здесь вы еще не были. Не были. Ну, вы зайдите, посмотрите. Ярослав, вы снимите, вот сюда, а мы поговорим. Ярослав, Владимир Николаевич, просто чтобы вы уже где-то присел, где вы... Там можно присесть. Идемте со мной. Ну, решать, лучше за делом, где нам уже мотался. Ну, говорю, не будем вам мешать, снимите. Нет, ну сейчас вот покажу, там я несколько. Мы приехали как раз побеседовать с Дмитрием Александровичем. Давайте, давайте, давайте. Так вы нужны. Ну так давайте. Да мы 5 минут один. Мы там сесть можем? Да, можно. Да. А, мы тут. А, вот испытательные стенды. Здравствуйте. Красивая картинка. Он видеонаблюдение как раз рабочее. Посмотри, давай, что она ничего не давала,
И там видишь буковка А стоит. Это возможность фактически на любой. Колесо? Ну... Обычное колесо, наверное. Пока еще обычное. Пока еще обычное, да. А вот, кстати, не факт. Не факт? Может, это как раз то самое? И прототип тот самый. Нет, не тот самый, который на велосипеде. Это, ну, один из прототипов. Потому что этот корпус очень... Необычный. 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 Ну, в всяком случае, корпус для него есть, да, после того, что... Как? Это проверка тепловизором, да? Ага. Мы поняли. Я нам уже визы оплатили. А, куда мы поедем? И где же нам будет? Так, куда идем? Все? Да, конечно, а что тут долго снимать? Ну, идем к нам тогда. Да, идемте, давайте. Спасибо. Ну, мы сейчас так пройдемся по основному. Мне уже там сделать надо больше совместно. Вот поэтому я вижу, что ловится по-любому, у нас все это место. Идемте, идемте. А там между этажами на лифте. Хорошо. Нормально? А где ты написал? Вот здесь вот. Да. Так, все. Аккуратненько, потихонечку. А вы там рассказываете? Да, нам ребята уже все рассказали. Все рассказали. Ну, в принципе, у вас своя медиаслужба, мы... Все знаем и без этого, да? Ну, да. Не спеша, сейчас аккуратно. Не торопись. Сейчас... У нас нагрузка-то несколько другая. Мы сопровождаем вот ученого, сопровождаем Белоусова Виталия Васильевича. Он сейчас арендовал помещение на выезде из Москвы, Ховрино. Ярослав, давай сделаем как. Я сейчас, ребят, быстренько заведу, они сядут, начнут работать, да? А вы как раз подниметесь. Да. Да. Ребята нам нужны как раз, да, потому что там, проект... Там, нет, там, будем, да. Нужно, чтобы ты послушал. Да, с удовольствием. Пойдем, я... Речь идет о повторении, о дублировании. Давай, это надо. И автор изложит, ты послушаешь. Давай. Дмитрий Александрович приехал как бы за советом. И сам, да, предложил инициировать новый проект. Я не знаю, он тебе не говорил еще. Сейчас озвучит. Ну, да, это, не знаю, по публичному. Ну, короче, да. Давай. А как, публично? Нет, я имею в виду, говорил он. Какой новый проект готов? Нет, я говорю про то, что инициативы новый были, новые проекты искать. Да. Нет, новый проект, я понимаю, что это очень необходимо. Сейчас сделать что? Вот при условии... Оптимальная реализация вот этого проекта. Да. А мы идем. Вы там проведете. А вы сами, да. Хорошо. Ну, созданы очень большие нематериальные активы, да, к которым относятся опыт, компетенция разворачивания, в отборе и разворачивания краудинвестинговых проектов. И краудфандинга, да? Созданы большие программные продукты от тестирования. Наработана юридическая база. Наработан опыт колоссальнейший. Пройдено громаднейшее количество ошибок, да, которые допускались раньше и так далее. Ну, любое дело без ошибок не бывает. Это именно опыт, что самое ценное. И собран коллектив. Ну, представим, сейчас доделали проект синхронной машины, а дальше что? Вот это все. Угу. Многолетняя наработка, куда это? Разогнать.
или может быть использовать для того, чтобы поднимать новый проект. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, Ярослав Старухин с медиа-структурой в состоянии найти проекты, в которые можно вкладываться. Вот мы приехали как раз. Ага. Сейчас то, что мы озвучим вам, вы будете удивлены. А это другое, да? Другую компетенцию. А теперь, если это все вместе. Мы приехали. Шкундинков. Это наш российский ученый, который работал в ЦЕРНе и продвигает метод сжатия времени. Многолетняя практика, опыт наработанный, весь этот ресурс. Он же должен работать дальше. Я за. Ну так, а в чем дело? Представляете как, я у вас не был полгода, наверное, да? Да. Приехали совершенно случайно. Не бывает ничего случайно. Да, и что мы видим? Один из главных участников мероприятия предстоящего здесь. И живой, здоровый. И живой, здоровый. Вот самое главное, сохранить здоровье, остаться живым. Мы на какой этаж? Значит. А я сейчас обведу по кругу здесь, да? А, я его их обведу. Да, чтобы по лестнице. Но ножки-то важнее. По лестнице не ползти. Ну что, вы видите какие-то новые проекты или нет? Да я был занят другими делами. Да, пока нет, они же я другими делами. Сами как-то появляются раз в 2 года. Угу. Ну вот появилась точка. Виталий арендовал помещение на выезде Ховрина, это пересечение МКАД и Ховрина, 100 метров около метро. Ага. Производственный комплекс, там мойка, сервис, шиномонтаж, покраска и наверху офисные помещения. Вот офисные помещения он предоставляет нам под студию, а помещение хозяин готов теоретически продать. Цена порядка 1,5 лямов зелени, ага. Но договор аренды с городом на 49 лет. Аренды? Земли? Ну, аренда земли, конечно же. Надо потом продать, а аренды на 49 дней. А как, земля у нас не продается? Нет, понятно, так я хотел уточнить, продают арендованное здание или все-таки это земля? Нет, ты покупаешь здание. Хорошо. Вон компьютер. А у меня есть. Я думаю, что компьютер. О, тут ремонт вы сделали, я смотрю, да? Так это немножко. Давно не было вообще. Давно получается. Я не был. Здесь полгода где-то не было. Есть. Очень удобно. Все есть. И для диалога, вот, дискуссии, диспутов, пожалуйста. Демонстрации. Сейчас Виталий... А, у тебя дела какие-то? Нет, ты рассказывай, я могу. Сейчас Виталий подойдет, да, он подробно озвучит. Но у него уже несколько лет небольшой таксопарк, там машина на 30, на 40. И вот заарендовав это здание, он мне в первый же день позвонил, ага. Говорит, готов дать помещение. Я приехал, я говорю, ну вот у нас медиаресурс, вот обладаем. Но он смотрит канал уже 10 лет. Охренеть. Сад, ты его 10 лет ведешь? А? Ты его 10 лет ведешь? Да. Канал? Да. 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 Охренеть. В 2007 году я был, ну, я не баллотировался. Я столько перелопатил все. Слушай, ну да, мне кажется, кроме тебя, я даже не знаю, что это. Ярослав сделал колоссальную работу, гигантскую работу. Многие там, о, так херня и так далее. Так а кто? Он виноват, что он гуманитарий, медийник, да? А с какими прошли это, так если да. А дальше он дал площадку, при этом еще выжить. Информации, да. Нет, он дает возможность, потому что люди потом дальше это все лопатят и восприимчивость, да? Слушай, ну, глобальная волна же это больше мировоззренческий проект, это международная структура с продвижением нового мировоззрения на базе новой научной парадигмы. Это гарантированная благополучная свобода жизни и самоопределения для каждого жителя Земли. Слушай, у тебя это дорос вот... до идеологии, да? Ну, так это нормально. Нет, это то, чего... Это один из элементов, который я хотел бы предложить и вашей команде, ага. Уже проверенной как бы, команды, уже хочу искать кого-то нового, когда есть проверенная. Значит, замахнуться на международную идею. Нет, нет, давайте вначале, вот в чем проблема? Так. Есть бизнес, да? А есть и делки. Да, а это же разные вещи. Нет, вы нет, бизнес. Нет. Понимаешь, и вот смотри, как говорится, когда можно проводить социальные реформы? Только при мощной экономике. А когда можно экономические реформы делать? При мощной социальной структуре, ну, власти, да? Ага. А если где-то что-то не так, затеваться нельзя, да? Поэтому, если мы мировоззренческие какую-то позицию, платформу генерируем,
Нам надо вначале поставить проект так поставить, чтобы там вякнуть не могли, да? Потому что Гоемплены, Квазимоды, они начнут там пытаться любыми средствами все это придавить, да? Вот. И это приведет к неким процессам проседания. Вот. Поэтому надо вначале создать мощную базу, а потом уже... Димыч, перезвоните тогда. Да, вначале набить морду, а потом объяснить, за что и почему. Ну, мощную базу создать на базе устаревшей научной парадигмы невозможно. Вы же принципиально не хотите про свободную энергетику говорить, поэтому мы вас особо не втягиваем в эту тему. Нет, она свободная энергетика. Да. Энергетика да. Свободно входит, выходит. Замечательно выходит. Как этот пятачок не пухом. Нет, свободная энергетика опять-таки... В общем, во всем мире существует кризис идей, особенно для молодняка. Вот молодняк. А молодняк хочет по-быстрому, как кролики, блядь. Опа, и все. Правильно, поэтому мы им предлагаем. Долго никто не живет. Поэтому для практиков, которые конкретные. Долго вон подняли пенсионный возраст. Сказали дальше жить. Слишком долго. Поэтому для практиков, которые вот хотят конкретно вложиться в какой-то реальный бизнес, вы уже сделали. Вот, пожалуйста, покупайте акции. И так далее. А кто хочет принять участие в разработке летающих тарелок, аналога-то нету, Алан Маск не предлагает, нету ни одной компании. Тамара Ивановна, принесите тарелочку, сейчас они будут летать. Летающие тарелки. Да, торт обещали. Торт обещали? Кто? Тамара Николаевна. Сейчас придет. Мы-то чего пришли? Если обещал, сделает он. Ну, а ты чем занимался-то полгода? Где ты? Я же сижу тоже за тобой, что-то куда-то не было никаких вроде новостей, смотрю. Каких новостей? Ну, каких роликов, я обычно где-то всегда всплываю, что-то какие-то. Да каждый день сюжет выходит. Да? Каждый день. Значит, не скандальные. Не то, что вы в истериках не бьются, это да. Как-то поспокойнее. Аж типа аж скучно стало. Ничего, сегодня 27 число, да? Или завтра. 27-го. Вот завтра они начнут. Или ты поднимешься? Я уступлю. Нет, скандал хотите? Нет, я просто думаю, не слышно вас. Хотите скандал? Я сейчас вкину скандал, смотри. Дмитрий Александрович. Я никуда, я вот не уступлю. Да. Есть соратники глобальной волны, которые вкладывали свое трудовое участие в развитие Дмитрия Александровича Дуйнова на самом старте. Вложение в выставку и так далее. И есть видео, там Антонин, еще что-то мы обсуждали, что там должна быть наша доля какая-то. Да, мы согласны абсолютно, да. Вот, уже хорошо, согласны на долю. Говори, не поверишь. Да, ничего скандали, мы с Пашей ехали, я говорю, это про тебя говорил, надо, что вам это, включить ваше участие. За слова надо отвечать. Да, нет, я напомню. Вот доля лично мне не нужна, вот привел Виталий. Стоп. Так. Стоп. Камера лично у кого в руках? У меня, конечно. Да. С кем договоренность была? Коллективно. Стоп. Коллективно. Стоп. С кем договоренность была? Ну, со мной разговаривали. Вот. А куда уступите, сэр, это ваше личное. Ну, хорошо, ладно. Да. Добро. Потому что потом не было. Договоренность была, была. А что дальше сделали, это уже ваше дело. Ну, я тебе должен сказать, даже само вот это твое сообщение, то, что ты сейчас вот сказал, угу. Оно несет в себе определенную скандальность. Только скандальность может быть с плюсом, может с минусом. Да, и это скандальность с плюсом. Потому что люди, которые смотрели, говорят, Ярослав, вы вкладывались, там еще что-то. Я говорю, ну, да, конечно. Система развивается, я же не могу прийти, требовать там что-то. Да нет, дело в том, что просто не приходило, еще обещать было нечего. Потому что пролететь можно было. А сейчас ясно, что все состоится. Да? Поэтому уже можно... И мы пришли как раз с предложением. Сейчас мы заслушаем вкратце, наверное, минут за 10. Вы уложитесь, да? Я думаю, раньше. Ага. Даже раньше? Да. Доска нужна, компьютер, если что. Пусть да нет, достаточно пока. Я нужен так. Я люблю графику, она доступна. Но пока рисовать нечего, на пальцах объясню. Потом... Ну, если что, да. Я подойду и... Хорошо, все уже можно говорить? Да, все пишется. Значит, ну, скажем так, заочно познакомился с Дмитрием Александровичем Дуйновым на проекте двигателя Лиманского. Вот, благодаря стараниями визави Александра Ярослава Петровича Вторухина. И перед этим был активным почитателем
его творческих идей и его практических исполнений. Много лет слежу, всю жизнь как бы в школе учился плохо, потому что были свои интересы, и всю жизнь как бы интересуюсь определенной информацией. Вот визита инопланетян до технических воплощений наших земных. Вот, поэтому за Ярославом, тогда, когда он собирал Лиманского, завистью смотрел в хорошем смысле, что не успел подключиться, мне нравилось вечно, тогда были свои технические, свои проблемы были. Ну, я посетил его в этом производственном помещении со своими определенными целями и задачами, объяснил, но потом просто наблюдал. И дальше следил уже за непосредственно за деятельностью и творчеством Дмитрия Александровича, пропагандировал всеми силами своим сторонникам, говорил: смотрите, человек нас выводит на новую вертикаль, как бы, да, можем полететь, поехать на... Я автомобилист, как бы, всю жизнь на транспорте, морской транспорт и автомобильный, как бы, все время был с этим связан. Что такое ваши движки в плане энерговооруженности судна, знаю хорошо, работал в Черноморском морском пароходстве замом главного метролога. Воскресенье будет праздник военно-морского флота. Это военно-морской, а я из торгового флота. Военно-морской флот поступал в 76 году в Севастопольское Нахимовское имени Нахимова училище, прошел по баллам только на подводные корабли и сворачиваем проект, значит, уходим, значит, в этот персональ. И, значит, все время думал, чем помочь волне. И в частности, вот ваше направление, значит, был готов. Короче, получилось колено в моей производственной деятельности. Я последние 3-4 года занимаюсь бизнесом такси. Вот. Ну, купил новые машины российского производства, китайского исполнения год назад, и понял, что если я выйду в зиму еще уже без своего автосервиса, то я машины потеряю, потому что как бы вижу, что реальности никакой нет. Арендую автосервис, и причем арендую с таким прицелом, зная, вот, и вижу, что мы с ним сидели 2 года рядом, я был в Волгоградский проспект 3210, а он сидел, вот этот Tesla Hall, не с чем было подойти. Были свои проблемы и семейные, и по здоровью, и так, думаю, что там даром колебать воздух, думаю, на мое время может быть наступить. И когда я арендовал помещение с прицелом на то, чтобы, да, было доступность метро, чтобы дать ему студию, для того, чтобы он мог дать им крышу, грубо говоря, в хорошем смысле этого слова. Вот, значит, и что я позвонил Ярославу и предложил, значит, когда предлагал, идея была простая, дать просто людям студию, чтобы они могли вещать. Но когда уже сели в формате более тесного общения, неожиданно пришла мысль, как бы, да, предложить, зная свои проблемы, какая проблема таксопарка? Человеческий фактор. Самая проблема роста, помимо доказательства своего какого-нибудь олигарху успешности твоего проекта, что-то надо еще его насытить, и он не успешен только потому, что нет гарантии, что люди оседлают эти машины. И родилась у меня такого рода идея, а что если нам сделать, и у него есть свой ресурс, объявить, что мы создаем народный таксопарк. Что я объявил словом народный таксопарк? Я уже был, в принципе, вооружен вашими шагами, которые вы сделали, понял, как вы проводите финансирование. Понравилась идея о том, что не хочу брать деньги у жирных котов, потому что как бы с ними потом тяжело будет на узкой площадке плечами расходиться. И понравилось то, что вот эта ваша капитализация, и вот одной из идей вот этой вещи я тоже впитал, думал, почему мне примерно таким способом не провести. И вот идея вот так народного, в чем родилась, что мы на этой площадке популяризируем всякого разного рода идеи, приходят музыканты, постоянно действующая студия, режим работы им предоставлен круглосуточный, так как и у меня предприятие работает в режиме круглых суток. Шаговая доступность есть, напротив нас колоссальный строится транспортно-пересадочный узел, стеклянный кубик, а мы напротив него отражаем. И, значит, да, и что еще хорошего для, почему мне удалось арендовать этот сервис, он имеет перспективу для каких-то производственно-лабораторных целей. Там есть, я его арендовал на 5 лет, с регистрацией его собственника на 5 лет, с регистрацией в госком имущество, что немаловажно является фактором какой-то более-менее стабильности каких-то рода проектов. Вот. И в дальнейшем, когда с Ярославом мы уже общаемся 14 числа, он ведет репортажи со своей студией, уже есть как некое подобие мозгового штурма в этом направлении,
Вот. И мы сегодня думаем о том, что, что предложить народу. Ну, пока отклика нету, но есть обратная связь, и есть движение определенное. И у хозяина спросил, не гораздо ли он продать свою. У него там 49 лет аренда у города и здание собственности. Он объявлена цена, он готов, если получим финансирование достаточно и при нашем желании, он готов продать. И в этом уже дальше идут идеи, что, какой, вот у нас уже родилась мысль, что если этому клубу стеклянному ответить чем-нибудь таким футуристическим, технократическим, какое-нибудь трансформируемое помещение, в котором действующий таксопарк и автосервис, просто гаранты, вот мы, я просто выведу его на свое, у меня там цена аренды 600 тысяч рублей, дороговато, я как бы, да, но брал с перспективой. И мы по своим оценкам думаем, что мы освоим, мы не будем иметь особых проблем с получением этой арендной платы, выхода. И мне самое главное, чтобы мы зарабатывали свою аренду и предоставили вот тут дальше перспективы развития, это ваше. А вот насчет народности таксопарка, я пока что вот такую в прямом эфире транспортировал идею, что, например, для регионалов. Что такое регионал? Вот звонит мне, просто прямой пример, звонит мне из Пензы. Человек как бы, да, начинает спрашивать, как вот, ну, вот, да, заинтересовала идея вот, инвестирования в таксопарк. Я ему говорю, что идея рождается быстро при разговоре. Я говорю, смотрите, сегодня новый автомобиль, чтобы взять, нужно в лоб. Если его брать в лоб, это 20% стоимости автомобиля нужно дать лизингодателю, гарантийный взнос. Возьмите 4 человека пензюка, да, грубо говоря, покупаете акцию ценой 120 тысяч рублей. И мы берем автомобиль в лизинг, вы владельцы этого автомобиля. Де юре, может быть, владельцем будет мое юрлицо, я гарант, как бы, да, тогда и дальше идет лизинговый платеж, который вы работаете, и дальше вы приезжаете на вахту, работаете, пример, работаете 2 месяца. Из 4 владельцев 2 и работают на этой машине. Потом они поменялись. И дальше, когда. Нет, идея понятна. А? Идея понятна. Для чего вы нам рассказываете? Нет. Я вам. Ярослав попросил изложить свое видение, свою вещь. Дальше для чего мне это надо? Вариант нет, нашего развития. Я понял. Вы хотите создать проект на такси, да, при этом народное инвестирование, да, по принципу того, который сделан. Да. Так далее. Это ясно, понятно. Да, для вас. Лично я зачем? Повторю. Наша команда для зачем? Для чего скажу? Вот вторая у меня мысль была, я понял вашу идею инвестиций в ваши. Я меня заинтересовало купить у вас, я понял, что у вас есть лицензия для личного использования ваших производственных наработок. Есть вариант для коммерции, ну типа филиал. Создать филиал микропроизводства, который будет работать по вашей технологии. Купив, если я неправильно понял, вы выйдете нет. Подождите, да, давайте так. Вот надо разделить. Все поделим, да? Вот я проект ваш понял. Да? Значит, в чем его привлекательность? Значит, когда разрозненным инвесторам объясняем, что, ребят, я готов отдать деньги за аренду. За лизинг, да? Но я отдам банкиру и да, конечно. Мишку. Но я готов отдать вам. Не занимать у них, брать деньги, да? Я заемные деньги, да? Либо делать вас партнерами. И вот эти деньги, которые сейчас, они уже гарантированно обеспечены будут вам туда, в платежах. Почему? Потому что они сегодня уже есть. Бизнес сегодня уже есть, да? Для упрочнения позиции, чтобы ваша доходность при вложении была выше, я еще делаю здесь и автосервис, который бы обеспечил этот парк, да? Да. И я делаю охват. Это уже готовый бизнес, да? Да. Но для его развития, да? Вот, исходя из уже имеющегося опыта, я предлагаю заменить лизинг на краудинвестинг и аренду выкупом сиюминутным вложением и вместо арендных платежей отдать деньги людям. Вот гражданам Российской Федерации. Так примерно. Хотите, давайте, да. Я готов. Да? Почему? Это небольшой упакованный пакет, который по идее 1,5 миллиона, это где-то порядка 100 миллионов рублями. Да. Оцените, это значит, столько-то человек нужно. Хотите, давайте сделаем. Если нет, мы идем в банк. Тогда мы идем в банк. Мы тогда идем в банк. Да. Отзовитесь, то можно организовать предварительную подписку, чтобы сразу деньги не собирать, посмотреть, как это реагирует, а информационное обеспечение уже есть.
И уже есть опыт. Вы задаете вопрос, зачем я пришел к вам. Я пришел. А теперь дальше. Да. Да? Это вот, ну как, я вот посмотрел, когда рассказали, я экономику, да, доходность, что может произойти, сформулировал. Да? Потому что одно дело, когда приходит к Ярославу с идеями, не заполненным материальным содержанием, да? Да. Это одно, в данном случае материальное содержание, это другое, то, что может предложить. Да. Это. А второе, допустим, что взаимодействие с проектом можно было бы сделать. Это сейчас вот придет, допустим, Твизи, на Твизи потом придут еще там техника и так далее. Да? Можно будет на базе вашей сделать шоу-рум. Да. Ремонтировать мы уже устали, эти бьются, разбиваются там и так далее, да, поэтому можно выставочные сделать, да, для привлечения людей. Это не даст того экономического выхлопа, поскольку даст информационное подкрепление проекта. Да, что немаловажно. Ну вот, в принципе, на скорую. Да, а я больше скажу, что у нас же была площадка, где мы, помнишь, Ярослав, мы как-то ехали с тобой, я рассказывал, да, про площадку, про Siemens. Мы же там профинансировали 30 компаний маленьких, как раз вот такого формата небольшого, малый бизнес где-то там по 2 миллиона, 3 вот такой компании. И одна из них компаний была таксомоторная компания, которая сказала, давайте мы складчину купим машину. И вот он собрал деньги, он, правда, собирал всего лишь 1 000 000 рублей, я не помню, сколько он машин купил. Ну, там свои деньги вносил еще. Вот. В итоге он год проработал, дал доходность 50% людям. Ну, то есть тот, кто вкладывал 100 тысяч, за год получил 50%. И потом выкупил все деньги плюс 20%. Ну, то есть вернул все деньги да, за год, то есть как бы 50% плюс вернул деньги и плюс еще 20%. Это вот. Быстрый проект, да, это вот хороший, понятный. Вот прям полностью есть этот проект, полностью описан со всей вот именно Ярославом. Это вопрос о вчерашнем разговоре по поводу видишь, плана. Вот, все сделано здесь, вот тут все вот прям прописано. Но есть более подробное, тут с видео, с графиками. Дальше есть история за год со всеми отчетностями, с новостями. Вот, это то, что мне вчера задали вопрос. Ничего не Ну, я просто... Не, он уже сейчас просто озвучивает. Да, да. Я не обязательно. Нету задачи. Да, ссылочку сними, чтобы видно было. Да, ну ссылка вот. Ну, это не знаю, сколько это важно. Ну, важно, конечно. Важно, сейчас все зрители зайдут, посмотрят. Да, ну, то есть, сам факт, вот есть прям кейс. Вот прям человек точно так же сказал. Да. Да, собрал. И это... Тем более, что вопрос какой. Мы ставим себе перед собой микроамбициозную задачу создать парк в 1000 машин. Почему? Почему? Не правильно. Не прав? Неправильно сформировано. Да. Не ту задачу перед собой ставите. Так. Если говорить о том, что сделать стратегическая задача, идеология и прочее, да, в 90-х годах люди были обмануты. То, что было, принадлежало Советскому Союзу, раздербанили, и оно попало не тому, кому. Ну, мы в курсе, да, помним все. Нет, все мы это проходили, да? А сегодня за счет вот людей, которые умеют вести бизнес, научились, выжили в этой ситуации, можно сделать что? Можно опять вернуться к этому вопросу. Сделать максимально большое количество людей мелкими буржуа. Да. Привлечь их к участию в бизнесе. Откуда они были вытеснены? Полностью, да, конечно. Варварским этим захватом. Без надежды всячески вернуться. Без надежды. Мы должны с вами создать эту надежду. И не просто создать надежду, мы должны ее дать, эту надежду. Да? И не просто дать надежду, а сделать их мелкими буржуа. Да? Но вот эта задача. Угу. Посредством чего, как это может достигнуть? В данном случае ваш проект таксомотор. Значит, я увеличиваю число автомобилей, тем самым увеличиваю число мелких буржуа, да, вовлеченных в бизнес. Мало того, у них есть шикарно сегодня используя IT-технологии, то есть инвестор, который, например, вот сегодня вы когда вот я слежу за вашим вариантом, вы говорите, вот купили вы акции, и вот сейчас мы что-то сделаем. Акции дорого. Ну, извините, я просто, может быть, не сочтите за. Я просто, да, понимаете, моторика, вот я Пашу ругаю, да, тоже, да. Моторика голосовая, речевая, она должна отработаться тоже, да. Согласен. Потому что это привело как раз к той ошибке, с которой мы боремся, вращающееся магнитное поле. Угу. Кто-то неосторожно сказал, потом многократно повторено, согласен, она стала идиомой. Точно так же и здесь. А как правильно говорить, не вращающееся магнитное поле? Эффект вращения поля. Эффект вращения поля, да, отлично. А я по поводу акций что не так сказал? Это доля, а не акции. Доля? Да, да. Сейчас пока доля. Видите, да. А пока акций еще нет, это потом будут акции. Нет, я к чему говорю? Смотрите, вот подмена, да, вращающееся поле. Экран телевизора, кадры меняются, но не движется картинка. Это просто инерция зрения создает иллюзию. Угу.
Мы едем в метро, мы едем в автобусе, информационное панно. Создается эффект вращения движения изображения. Но ни один светодиод с места не сдвигается. Также и в двигателе ни один вектор, вернее, ни один магнитная индукция, вектора, да, вот создана катушка, вот они, силовые линии, не сдвигаются, они убывают, нарастают, а результирующий вектор только. Да, мнимая величина вращается. Mm-hmm. Это правильный, эффект. Компетентный разговор о топологии магнитного поля. Да. И отсюда вот мы с вами разговариваем, да, если разговариваем, мы точно все так же должны сейчас правильно сформировать, потому что люди слушают, а потом автоматически повторяют, а потом говорят, нас обманули. Ну да. Да, он себе поставил себе другие цели, задачи, и на выходе не то, что он ждал, и он считает обман. И это для него оно так и происходит, с ним это происходило всегда и постоянно. Согласен. Так вот, о чем речь я что говорил, то есть не то, что я хочу сказать, что этот вариант более привлекательный, но мне кажется, что он именно может быть привлекательным в информационном. Человек, купив эту долю, да, в состоянии и желательно, если он не хочет сидеть, говорит, что он сам управляет этим автомобилем, сам его выкупает. Но выкупив уже, да, одной рукой, двумя руками большую канаву не выкопаешь. И он может вложиться в большее. А дальше у него наступает момент контроля за своими инвестициями. Он может каждый день видеть просто картинку, как эта машина ездит. Может смотреть трек Тут смотрите, еще в чем за манишка такая. А он может участвовать в доходности, в увеличении доходности. Да. Почему? Он может сказать, ребят, вот эта машина пользуется, вот эта услуга этого пользуется. Правильно. Услуга. А если у тебя 1000, цена. А нашел участвует. Для нее контракт персональной машины. Сегодня интересный тренд. Вот у меня машина имеет лицензию такси, она в базе находится, она может двигаться по выделенным полосам в Москве. И сегодня персональщик, а сегодня всем посокращали парки, да, а персональщик взял машину постоянную аренду, и он сокращает свое время, ездит в режиме. Смотрите, так вы сами занимаетесь рекламой, да? А так каждый, который взял долю, будет заинтересован в вашей прибыли, и он. В этом же и вся задумка. И почему рупор Ярослава используется? Для того, чтобы мы хотим создать. Для чего нам надо что? Надо успешное предприятие создать. И мы хотим дальше продвигать те идеи, которые приходят на площадку ВУН. Абсолютно. Вот. То есть я мечтал бы сделать микролаборатории разного типа. Дорогие друзья, поскольку у нас Владимир Николаевич Кунденков, автор методологии сжатия времени, значит, сегодня. Мы сжали, поговорили. Сегодня. Вопрос, я вам зачем тут нужен был? Подождите, как же вот вы сейчас сколько всего полезного сказали, да, услышали обратную связь. Если мы, конечно, ваше время потратили, мы приносим вам свое поведение. Может быть, ты забыл сказать что-то к этому вопросу, а может, какой-то вопрос был именно прям. К Владимиру Николаевичу? Нет, моя задача организовать синергию. Потому что синергетический эффект достигнут. Потому что глупо продвигать одного Дуйнова, одного Белоусова. Это задача создавать пакет, пул заинтересантов. Стоп, неправильно. Так. Дело в том, что мы породили идеологию. Понимаете, вот как говорится, в советское время была идея, мечта, да? К этой мы стремились. Строили индустриализацию, да, каждый был участникам этого процесса. Да, да. Сейчас вымели, есть правительство, решает, говорит, ты иди туда, ты стой тут, ты встань. Да надоело, твою мать, да? А люди из этого процесса. Вот говорят, чтобы было счастливо. Так, мы вам приказываем жить до 95 лет. Спасибо, принято. Будьте счастливы, да. Вам сказали, счастливым вы, чего не улыбаешься? Чего не улыбаешься, зараза, да? Человек выключен из этого процесса, да? Сейчас вот выкристаллизуется потихоньку возможность предложить людям участие. Да? Появилось наконец-то. С принятием решения, с возможностью принятия решения. Да. С принятием решения, с возможностью влиять на происходящее в жизни. Не быть наблюдателем сторонним, да? И доживать эту жизнь, да, доживать в этой среде, когда здесь что-то родится. И, а самим и чтобы идеология была в пользу, при советской власти наша идеологированность мешала развитию прогресса. Она работала, но сейчас Я могу реально объяснить, я знаю, я прошел все стадии, как бы, да, и в идеологическом фронте работал, я понимал, что было лишним в этой ситуации. Если мы утратили идеологию, и вот сейчас вот именно еще к вам пришли за советом. Вот, мы хотим то, что сделать, я вам сказал, что мы хотим. А вот хотим во главу угла поставить идею, и прежде всего, какая форма общества, как их объединить. Вот вчера обсуждалось слово артель.
возвращали другие вещи. Что мы изначально, потому что надо с самого начала, юридически какого организации. Вот вы сказали, форма организации какая-то. Форма организации есть. Юридически закрепленное народное предприятие. Мы их убили все. Эти народные предприятия. Убили законодательно или убили. А как дурной пример. Как дурное подражание. Потому что они не должны существовать. Почему? Потому что тогда скажут, смотри, здесь так, а там так. Почему? А простое товарищество. Нет, я говорю о совершенно других вещах. Да? Угу. Для многих, те, которые ведут другой образ жизни, да, этот пример является негативом. Почему? Если здесь у них так, а почему вот там так? Угу. Почему там эти вот, да, а здесь людям? Некрасиво, угу. Не коммерфу, да, это же придут и скажут, давайте и мы тут так, да? Угу. Не согласятся. Но ввиду того, что уже значит, появляется понимание того, что надо выбрать какой-то путь, как бы там ни говорили, что России нет идеологии, быть не может, запретили Госдепом, да, когда валяли Советский Союз, mm-hmm. что идеология, но все равно какая-то идеология должна быть. Ну да, когда Ельцин сказал, идиома что дело сделано, быть, да. Оно было сделано. Оно было сделано, да. Да. Дальше, какое направление развития? Без участия людей государство погибнет. Конечно. Если но они не вовлечены в единый процесс. Да? Поэтому... Сейчас стоит задача объединить чем-то, какую-то идеологию, да, ну, и дать какую-то надежду, и не просто дать ее, а чтобы люди могли ее реализовать. И чтобы это не потому что было... роста же нет никакого, да, у тебя нет роста из одного социального слоя в другой, да, какая у тебя перспектива? Пробиться в президенты? Ну, нет. Нет, есть ну, Ярослав Старухин, он выполняет этот функцию. Нет, Ярослав Старухин это наш, да, наш президент. Один Ярослав Старухин. Из Магикан. Нет, а сейчас все блогеры в президенты метят, это нормально. Только Соболев, если про Собчак, Старухин, да. Давайте не будем. Про Ксению. Навальный, Старухин, Соболев. Все туда. Навальный тоже в наш проект попасть. Друзья, мы сейчас ничего не решим. Значит, мы сейчас познакомились. Мы сейчас, нет, чтобы сокращая время, мы познакомились. Если тема интересна, просто назначим на следующей неделе время, отдельно подъедем, побеседуем уже. Сейчас спонтанно, ну что рожать из... Да, определили, сделал то, что надо взаимодействовать, помогать. Вот есть один ресурс, второй, третий, да, его. Ну да, вот это реальный опыт, понимаете, потому что тут мы можем прям тебе того парня дать, кто у нас эти деньги собрал. Так, ну, мало того, мы таких парней, потому что парк легко, его правильное управление. Что значит вы дадите? Смотрите. А личное участие? Да. Можем личное участие, просто он там прям совсем глубоко убил. А таксопарк, вот этот проект, вот, это чей? Это он, вот я про него это и говорю. Да. Сереж, вначале надо да. не просто дать, надо вначале... сформулировать, что, зачем и как. Да, потому что, когда мы говорим идею вот, с асинхронным двигателем, да, мы сказали, для чего это надо. Да? Угу. Точно так же тут должно быть сформулировано. Сейчас мы проговорили, потому что посидите, подумайте, выкристаллизуйте и донести то, что зацепит человека. А потом уже запускать. Да, причем в формате листа А4. Да, для того, чтобы информация была минимум и легко усваивалась. Как бы, вот это вот тоже. Да, дальше бизнес-планы писать уже можно кому какие надо. А самое главное, вот идея в 5 словах, в 5 выражениях. Нет, я много раз говорю, посмотрите бизнес-план Газпрома или Росэлпрома. Да? Угу. Это в памяти 7 страниц картинок. Угу. Ну, типа, без всякой, типа, ну, там, цифры, там, 3-4 да, цифры, да, все. Да, супер. Что мы хотим, куда движем, все, да. Больше ничего. Игорь Александрович, для чего мне нужна ваша консультация, увидеть ваше намерение, реакцию. И, да, реакцию товарищей? Ну, потому что я чувствую, запахло жареным, дорогие друзья, скоро бабки будут. И встает вопрос, куда нет, вкладывать, это... куда вкладывать. Поэтому я готов вложить сюда. Но если вы скажете нет... Для меня это разведпризнак такой. Жареным, говорят, запалахало, так это дети их лишить могут. Да. Или когда за их хотение. Наоборот, я все эти годы живу без денег, поэтому для меня обратно. Не надо привыкать. Не надо привыкать, я согласен. Ты, короче, неуязвим выходит. Инвесторы такие говорят, Ярослав, художник должен быть голодным. Поэтому ты на своем месте. Тогда у меня предложение такое. Давайте не кормить олигархов. Они нам такие картины нарисуют. У меня шикарно. И дадим им это Садовое кольцо. Там нет, будет... вот в этом связи, вот в связи с этим нашим новым пенсионным направлением, как бы, да, это высказал, кстати, по-моему,
не помню, сейчас помню, кто не, мысль не моя. Но если народ, если нас кинуться, да, и то есть немножко позже пойти на пенсию, то это вложение определенное, которое делает каждый народ. Так пускай такое же вложение, аналогично суммы объема, сделает каждый олигарх. Почему он это не сделает? Вы знаете, дело в том, что... Сергей, я вспомнил, кто это сделал, это у Соловьева на передаче, есть политолог, блин, сейчас фамилию сейчас чуть покажу позже, это его была идея по поводу олигархии. Давай моделируем. Вы знаете, извините, я немножко перебью, да, дело в том, что я... Наполню. Она анализировала. Да. Вот есть книга Владимира Иванова «Реформа Александра II и их судьба», 1910 года издания. И посмотрите, когда они там рассчитывали тоже продолжительность жизни, да, тех, которые вот находились у помещиков люди, да, на крепостном праве. И они анализировали продолжительность жизни и до какого возраста может работать человек. Это 1841 год. Мужчина. 60 лет, женщина 55 лет. Угу. В те годы. В те годы. Да. Это предельно. Если кто-то говорит, что продолжительность жизни увеличилась, неправда. Дело в том, что продолжительность жизни увеличилась среднестатистическая, как температура по больнице, за счет чего? Уменьшилась детская смертность. Это раз. Да, а второе. Статистические данные. Да, а второе, да, это то, что каждые 6 лет царской России. Был голод, вымирали целыми деревнями. Ага. Поэтому продолжительность жизни ни в коем мере не увеличилась. Реально. Реально, конечно. И предельные, да, тоже. Да, вот пример из моей... Качество дожития может быть. Пример из моей семьи. У меня отец 12-го года рождения, 12-й у своей отца и матери. Отец его приходит в 17-м году с мировой войны. И через неделю умирает он и 4 сестры моего отца, вот тифа. У меня бабушка в 32-м тоже от тифа умерла. Да? Но вопрос в чем? О чем они говорят? Да, это, ничего же не поменялось. Но другую вещь могу сказать, что вот говорят, там столько-то работаешь и столько-то это. Хорошо, после Великой Отечественной войны мужчины погибли, многие. Много пришло инвалидов, которым надо было платить. Плюс за каждый сбитый самолет, танк, да, пулемет, да, уничтожение. Выплачивали. Нет, я знал эти цифры, да, давно в институте учился. Да? Вопрос, а где брали деньги, чтобы это платить? У государства хватало, нефти, газа столько не продавали. Вопрос, да? Как они это делают? В общем, теми силами, средствами. Сегодня мы гораздо вооружены все это сделать. У нас нефть, да, и газ сейчас продается, тогда не продавался. Вот, тогда еще газопровода, дружба не было, ну, да, да, ничего, да, не было. Так, да, я не хочу мешаться, но я чуть полчаса уйду, поэтому если я нужен для каких-то разговоров, да. Я предлагал бы послушать минут 5-7 Владимира Николаевича Кунденкова. Извините, Владимир Николаевич, давай. Да, да, а то мы можем разговаривать. Да. Вот, и потом тебе слово, и на этом можем завершать. Давай, да. Потому что сейчас первое ознакомительное, познакомить. Владимир Николаевич, вам слово. Я представлюсь. Я сотрудник Объединенного института ядерных исследований в Дубне, доктор технических наук, директор научного центра исследований.